Вшел в семью, воспитывать внуков, вот внучек. Возможно, сегодня, завтра жду прибавления в семье, как должен внук появиться на свет. Дай Бог, чтобы все скоро случилось. Вот. Ну что, общественной работой продолжу заниматься. Сейчас, естественно, сказать, возможностей будет больше. А то так получалось, что ну, минимум раз в неделю приходилось бывать в городском совете ветеранов. Сейчас, безусловно, сказать, уже каждый день будем работать тесно. А там тоже есть над чем работать, тоже есть проблемы.